Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рада видеть вас сегодня на нашем эфире. Мы, наконец, собрались. На прошлой неделе собирались, и вот сейчас собрались. И будем с вами сегодня разбирать методические рекомендации ЕГЭ 2021 года, то есть для этого года. Что я могу вам сразу сказать? изменений практически нет. То есть есть какие-то дополнения, есть изменения в структуре, но на самом деле все в общем и целом осталось по-прежнему. Хотя некоторые уточнения, конечно, есть. Но я считаю своим долгом в любом случае разобрать и хотя бы показать основные моменты, потому что у нас в группе в том числе есть новенькие, кто в прошлом году не готовил к ЕГЭ. Так что я думаю, сегодняшний, сегодняшний эфир будет для всех достаточно полезным. Ну и Повторить информацию тоже иногда не мешает. Ну что же, я вам сразу покажу эти самые рекомендации. Начнем, наверное, с письменной части. Я себе разметила, как видите, мой прекрасный ежик со мной. Я внутри тоже делала разметку, чтобы знать, да, что вам показывать, что вам не показывать. Как помните, мои хайлайтеры всегда без хайлайтеров вообще никуда. Так что начинаем. Ну что, самое, наверное, такое относительно интересное находится у нас на странице 8. Это у нас письменная часть. И мы переходим на страницу 8. И что я могу да, показать, сказать? Смотрите, то, что я вам уже сказала, да, что изменения Ким. Kim... Характеристика каким по сравнению с 2020 годом просто отсутствует. А? Какие-то изменения структуры, содержания, критериев, все осталось прежним. Соответственно, и рекомендации по сути те же. Напоминаю, что у нас есть несколько уровней в ЕГЭ. Здравствуйте, всем здравствуйте. Базовый уровень это А2 ⁇ повышенный уровень это B1 и высокий уровень это B2. Это на всякий случай, если вдруг вас интересовало, какие задания для каких учеников предлагать. Вот, собственно, три уровня, и если у вас ученики совсем слабенькие, вы можете отдавать предпочтение за заданием базового уровня. Если посильнее, то базового и повышенного. Ну, а если у вас действительно ученики сильные, то и высокий уровень, то есть все задания ЕГЭ вы можете спокойно предлагать и ожидать, естественно, достаточно хорошего исполнения, скажем так. Здравствуйте всем присоединившимся. Дальше абсолютно идет все то же самое, что и было в предыдущих методических рекомендациях. Может быть, для вас будет достаточно интересная таблица жанрового соответствия, то есть какие жанры в текстах, э, тексты каких жанров встречаются в ЕГЭ, на э, в аудировании и в чтении. Вот здесь, это у нас страница 11, вы можете найти вот такую табличку, и на каком уровне, в каком задании, какие жанры встречаются. Вот, мне кажется, это будет вам интересно. Кому очень надо, да, записывайте прям какие страницы, потом вам прочитать. Потому что мне кажется, кроме меня, еще э, преподаватели, которые любят прям копать глубоко-глубоко, вряд ли все остальные изучают методические рекомендации от корки до корки. А, дальше продолжительность ЕГЭ не поменялась, естественно. Письменная часть это 180 минут, также устная часть 15 минут. А, ну и, соответственно, это все вы и так уже знали. Идем дальше. Что там дальше интересного? На самом деле интересного там немного. Я вам буду говорить про конкретные страницы. И первая же интересная страница после этого это 19. Здесь снова, да, снова до да здорово про американский и британский вариант английского языка. Еще раз, нет какого-то одного единственно верного варианта. Ученик может использовать и британский вариант языка, и американский вариант, но надо знать, да, что должна быть какая-то последовательность. То есть, если он пишет как американец, значит, везде должно быть и американское написание, ну и, соответственно, американские слова. Да? То есть, все это должно быть соблюдаться эти правила. Смешивать, конечно же, нельзя. То есть, если одно слово будет по-американски, другое по-британски, значит, один из этих вариантов будет ошибочный, ну, зависит от того, чтобы в каком варианте было большинство. Так что здесь это все написано. И, между прочим, это же самое есть и про раздел грамматика и лексика. То есть там тоже есть варианты написания. Я надеюсь, что этот вопрос мы раз и навсегда прояснили. Потому что в группе очень часто задают вопрос, а что будет, если ребенок написал там Behavior без буквы U? Да ничего не будет ни в грамматике лексики, ни в письме, нигде. Да? Но надо помнить, что если он везде пишет по-британски, тогда это будет ошибкой. Если он везде пишет по-американски, никаких проблем здесь нет. То же самое касается раздела письмо, то есть написание даты на американский манер, да? сначала, например, месяц, потом дата, потом год, тоже не будет ошибкой. Вот такие вот дела. Дальше, о чем я говорю постоянно, что мы э, не просто натаскиваем на формат, да, а развиваем определенные умения. Можно их развивать, опять же, на основе тех же самых э, экзаменационных заданий. Вот в письменной речи проверяются вот такие вот прекрасные умения. Этот список есть, он находится на странице 19. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на этот список. Ну и дальше и эти умения идут по типам заданий. То есть, что требуется при написании личного письма, что должен уметь товарищ, и что требуется при написании эссе. Как видите, списки различаются не только длиной, но и сложностью. Идем дальше. Структура и содержание личного письма. Кто спрашивал про шаблон? Да вот, пожалуйста, весь вам шаблон, каждый абзац практически, да, что там на отдельной строке должно быть. Вот все здесь прописано в самих методических рекомендациях. Даже идти никуда не надо. Вот просто берите и чек-лист можно из этого готовы составлять, да. Так что здесь на 20 странице есть все. Также есть структура содержания эссе, которая называется «Письменное высказывание с элементами рассуждения. Мое мнение». Здесь полностью структура соответствует плану. Один абзац, один пункт. Вот пять пунктов плана, соответственно, пять абзацев. Ну и дальше критерии выполнения заданий раздела письмо, что вообще требуется, как оценивается. Вот здесь написано прям, что оценивают конкретно. Ну и по аспектам, да, как оценивают письмо. Вот, пожалуйста, какие аспекты в личном письме существуют. Ответы на вопросы. Это про РКЗ, сразу говорю, да, там три вопроса это один аспект. Да, три вопроса, которые ребенок задает другу, это один аспект. Аспект вежливости, да, и аспект стиля. Про стиль, кстати, будет, вот, пожалуйста, выделяю, да, что такое стиль это правильный выбор обращения, заключающие фразы и подписи. На самом деле, про стиль тут будет действительно очень много, потому что тут уже, знаете, мифы цветут и пахнут по поводу того, что however нельзя, все сразу расстреляют, снизят баллы. Нет, не снизят, потому что стиль это обращение, завершающая фраза и подпись. Понятно, что, ребят, мы настраиваем использовать в письме сокращенные формы, да, стяженные формы, типа don't вместо do not, ну и не использовать какие-то связки такие громоздкие которые больше характерны для эссе причем еще и не для нашего а так обращение завершающая фраза и подпись это и есть стиль все остальное это опционально не влияет на оценивание по критерию стиль я надеюсь что этот это теперь понятно раз и навсегда потому что вот как-то борюсь борюсь с мифами а они э, цветут Дальше. Что такое полный и точный ответ? Если вы помните критерии, мы до них дойдем, конечно, но они находятся чуть дальше. То вот здесь, там написано, да, что дан полный и точный ответ на поставленный вопрос. Вот, пожалуйста, что такое полный ответ и вот, пожалуйста, что такое точный ответ. Да? Здесь вы также можете это на странице 21 посмотреть. Ну и, конечно, здесь про превышение объема, боль наша всех, да, преподавателей, когда дети не считают слова, ну и, к сожалению, иногда очень сильно превышают объем, что очень часто ведет к нулю. Особенно это идет и в письме, да и в эссе тоже, когда целый абзац просто не входит в подсчет. Это очень грустно. А в личном письме там вообще и подпись может улететь, и завершающая фраза, и благодарность ой, надежда на предыдущие, на будущее, простите, контакты, и три вопроса, а иногда еще ответ на один вопрос. Тут зависит от того, как ребенок во всю шире развернулся. Идем дальше. Значит, что у нас здесь есть? По поводу э, интересное здесь есть, помните, про ОГЭ я вам говорила. Фактические ошибки. Вот здесь фактически, про фактические ошибки есть целый абзац. Да, когда учащийся искажает какие-то факты из прослушанного, прочитанного, увиденного в фотофильме, да, называет какие-нибудь неправильные данные. Что я имею в виду? Вот, например, да, мы говорим м, ребенку, ну вот, пожалуйста, письмо, там три вопроса. Кто твой любимый писатель, почему ты его любишь, какая самая любимая книга. И вот прекрасный ребенок вам пишет в письме. Мой любимый писатель Алан Грин, м, моя любимая книга этого писателя, я не знаю, там безнадежность да? и и что и эксперт имеет право это кстати дальше будет написано обратиться да, к председателю или зампредседателя в общем консультанту у которого есть доступ в интернет и проверить а действительно ли существует писатель алан грин и такая книга то есть такое право есть поэтому не стоит выдумывать да, стоит выдумывать свои хобби. Да, он не занимается этим, но придумал, что он якобы занимается. А вот фактическую информацию, которую можно действительно проверить, и сказать ни в коем случае не стоит и ничего выдумывать нельзя. Потому что каждый такой аспект с фактической ошибкой будет засчитан как неточный. Это очень грустно таким образом можно и до нуля довести, а нам это совершенно не нужно. Да? И, как я уже сказала, да, такие ошибки относятся к критерию РКЗ, то есть снижать будут именно по решению коммуникативной задачи. А вы же помните, что снижение по коммуникативной задаче до нуля ведет к тому, что учащийся получает за все задание 0. Если по РКЗ 0, за все задание 0. Поэтому нельзя, нельзя, нельзя. Вот, таким образом, вот такие вот у нас дела. Дальше. Критерии организации, что туда входит. Ну, здесь написано ровно то, что написано в критериях. Поэтому здесь останавливаться подробно нет смысла. Это находится на странице 22. Я думаю, вы можете посмотреть. Дальше. Языковое оформление текста у нас здесь написано. Вот кто спрашивал, что там за пунктуация, как оценивается в личном письме. Вот на странице 22 написано все что касается пунктуации например в личном письме да? какие ошибки учитываются какие ошибки не учитываются если вы сюда посмотрите то поймете что на самом деле список того что учитывается он просто минимальный да то что будет э, учитываться ошибкой поэтому здесь волноваться вообще не стоит непонятно, как фактически ошибки оцениваются. А что непонятно? Вот, допустим, вопрос, да, кто твой любимый писатель, почему он тебе нравится, какая его любимая книга? Ребенок отвечает, мой любимый писатель Алан Грин. Не существует такого писателя. То есть он на вопрос-то ответил, да, то есть ответ дан, но он не точный, потому что писатели не существует. Плюс-минус за этот аспект. Почему он тебе нравится? Потому что у него самые интересные рассказы, потому что, не знаю, очень красивый язык. Ответ дан дан. Фактической ошибки нет-нет, и не может быть там никаких фактов. А вот какая любимая книга этого писателя какая-нибудь безнадежность, да? И разве у него есть такая книга? Нет. На вопрос про книгу он ответил? Да. Но не точно, нет, он исказил факты, то есть плюс-минус. Итого два плюса-минуса получается уже за такое вот творчество, скажем так. Поэтому не стоит творить, скажем так, вот, и э, стоит просто, э, ну, не знаю, выбрать какого-нибудь любимого писателя, любимого певца и так далее, и так далее. А, да, это методические рекомендации на фипи я их уже выкладывала в группе, то есть это именно то самое. Так, э, идем дальше, идем дальше. Дальше у нас... Э, так, про пунктуацию понятно, да, где искать. Вот середина страницы 22. Там все расписано, я не вижу смысла все перечислять. Там на самом деле очень мало, что является ошибкой, что не является ошибкой. Всем здравствуйте. Так, идем дальше, дальше, дальше. Дальше написано, сколько ошибок по языковому оформлению ведут к снижению баллов. В общем, здесь ничего такого, чего нет в критериях. Дальше, особенности оценивания задания 39, нарушения в объеме, это все понятно Так, это есть и в демо-версии в самой Так, по вопросам понятно, в устной части, если слова заменяются некими фонетическими опусами До устной части мы еще дойдем, до устной части Так, идем дальше, что у нас здесь есть Дальше у нас здесь есть ответы на вопросы да, фактические ошибки это я уже сказала. Но про действительность имеется в виду то, что можно проверить, то, что там ребенок увлекается волейболом, не увлекается, это не будет фактической ошибкой, потому что невозможно это проверить, да. А вот факты, типа когда был основан Петербург и существует такой писатель или нет, это факты. Так, дальше вопросы. Вот я э, полюбила ФП, когда они начали публиковать такие вопросы-ответы. Я считаю, что список очень даже не полный. Я бы еще включила туда несколько вопросов и ответов на определенные темы. Но все-таки в общем и целом это все прекрасно. Значит, про ссылку на предыдущие контакты, из-за которой тут сломано много-много копий, из-за которой было много драк. Так вот, что не является ссылкой на предыдущие контакты? Great to hear from you. Uh, напишите, пожалуйста, что-нибудь, какой-нибудь плюсик или смайлик, я не знаю, еще что-нибудь, если вам понятно, почему great to hear from you не является ссылкой на предыдущие контакты. Вот. И почему вот это sorry that I haven't written to you earlier не является ссылкой на предыдущие контакты. Напишите, пожалуйста, вам понятно, почему? <laughs> вот. Если непонятно, я вам объясню. Да, ну все, вижу, вижу ваши плюсики и смайлики, замечательно. Да, нет слова again, но даже дело не только в слове again, а в том, что по этой фразе невозможно понять, что друг нам уже писал, что это не первое его письмо, да, да, или слово always. То есть, э, извинение, прости, что я не писал тебе раньше. Ну а где намек на то, что друг нам уже писал? Нам нужна вот такая фраза. Поэтому вот что принимается, перечислено здесь. Это, опять же, не полный список, абсолютно не полный список. Можно намекнуть и другими фразами. Просто эти, наверное, такие самые железные, самые такие прекрасные. Они у всех на слуху и на виду, поэтому можно их брать и пользоваться ими. Дальше. Важная мысль. Упоминание чего-то якобы из содержания прошлого выдумав... выдуманного письма также не является ссылкой на прошлые контакты. Вот это тоже очень важно. Вот. Ну, и, соответственно, такое расширение содержания ответного письма не оправдано. То есть те, кто любит что-нибудь такое ради количества, то сразу говорю: не надо. И не я это говорю, это говорят методические рекомендации. Дальше. Тут э, по разным ошибкам, например, I always like to read your letters again, да, или I am happy to hear uh, to read your letter again, или что-нибудь такое, ну как-то звучит иногда странно, логически. Дальше, как может быть дана надежда на будущий контакт? Пожалуйста, опять же, это не исчерпывающий список, здесь дано всего три фразы, на самом деле их может быть намного больше. Дальше, по поводу ссылки на надежды на будущий контакт. I will write you soon, see you soon и так далее, и так далее, не принимаются. Потому что нам надо выразить надежду, что друг нам напишет. Не что мы напишем другу, да, и вообще это друг по переписке, поэтому какой то see you soon, да, мы вообще-то не собираемся видеться, мы переписываемся, друг нам должен написать, вот, и мы надеемся на это, поэтому такие не принимаются. Дальше, дальше, дальше. Что будет, если отвечать «я не знаю»? Вот здесь сейчас полностью совпадает это с ОГ. Просто ответил «я не знаю» — это вообще <laughs> сразу минус, да? «Я не знаю» — одна фраза, потому что мы не знаем, к чему это относится. Если мы сказали «я не знаю, как бороться, там, допустим, с загрязнением окружающей среды», «я не знаю, какой мой писатель самый любимый», да? «но один из любимых» — такой-то, такой-то. Вот если дальше следует какое-то продолжение, то можем считать, что, во-первых, ребенок максимально понял коммуникативную задачу, во-вторых, он ответил на поставленный вопрос, потому что ну да, он не знает на самом деле, но он пытается как-то объяснить, как-то расширить свое незнание, да, что вот, вот здесь написано, ученые всего мира думают, они сами не нашли достойный ответ. Я не знаю, какой мой любимый писатель, но я думаю, что вот один из них есть, и может быть, это он. Ну и, в общем, короче, выкручиваемся, даже если не знаем, и получаем даже плюс. Неожиданно, но в общем и целом так было и в прошлом году. Дальше про фактические ошибки я уже сказала, что если допущена фактическая ошибка, значит за каждый подобный аспект у нас будет плюс-минус. Так, дальше. Имя адресата. Ну, это понятно, что неправильное имя, это у нас будет оцениваться по аспекту 6, стиль ну и так далее, и так далее. На что я хотела обратить ваше внимание конкретно, вот про четыре вопроса вместо трех. Вот здесь вот, внимание, внимание на экран. Если мы вместо трех вопросов другу задали четыре вопроса, и один из этих вопросов неправильный, то есть не принят, да, что-то с ним не так, то три, три вопроса же правильных есть? Есть. Значит, аспект считается выполненным. И я вот сразу говорю, да, я не призываю писать всегда четыре вопроса, потому что, ну как же, давайте обезопасим своих ребят. Нет, давайте обезопасим их тем, что учим задавать правильные вопросы сразу. Да? Написал пять вопросов, выбрал из них три самых лучших, молодец, все, их переписал в бланк. Остальное не следует. Да? Ну и потом, если из этих четырех вопросов два будут неверны или три будут неверны, то в любом случае оценка будет снижаться, а вот объем превысить вполне себе можно. поэтому не стоит. Идем дальше да? тут разные логические ошибки и так далее и так далее по поводу даты, по поводу даты на странице 25 по поводу даты есть. вот может ли дата быть написана только цифрами? Может ли так быть? Если честно, вопрос меня удивил, потому что дата написанная цифрами ⁇ это вполне себе прекрасный вариант, вообще чудесный, потому что ошибок там совершить вообще нельзя. Да, нельзя май написать с ошибкой, нельзя июль написать с ошибкой. В общем, здесь просто невозможно, да, накосячить, простите. Поэтому я всегда советую писать только цифрами. И вот здесь ответ ⁇ да, дата может быть написана только цифрами. Вполне себе. Так что главное не писать вместо даты свою дату рождения, индекс, или как мой ребенок написал однажды. Помните, я вам показывала его письмо? Этот, он писал 1488 год. Вот эта дата неправильная, вот за нее сделают а -та, та Поэтому он хотел, конечно, выделиться, но выделился в такую степь, что его письмо просто подрезали по некоторым параметрам. Там и фамилия была у него, ну вот понимаете, не стоит. Так что здесь все э, вот так прекрасно. Теперь по поводу э, отдельной строки. Э, благодарность должна быть на одной строке с адресом и датой, да, то есть, э, ой, не на одной строке, а на разных строках, да, не должна быть. Но смотрите, как интересно, если вдруг, да, э, обращение или даже благодарность написана на одной строке с адресом и датой, вот, например, да, где там о, вот дат адрес, потом под ним дата, а вот здесь написано Dear Ben, а вот здесь Thank you, да, прям вот напротив. Снижать оценку не будут. Но я думаю, вы же все понимаете, что не надо детям говорить о том, что за эту оценку снижать не будут. Просто знайте, что если что, да, если вы получаете скан работы вашего ученика в июле, когда вот уже результаты пойдут, не надо сразу инфаркт получать, пожалуйста. Все хорошо. Ему в этом году, по крайней мере, за ошибку не посчитают, если он вот так вот написал. Вот. Самое главное, дальше там ошибочек не понаделать. Идем дальше. Дальше у нас идет замечательный критерий орфографии пунктуация. Я все остальное пропустила, там, что относится к таким ошибкам, что к таким ошибкам, вы это можете сами прочитать. Что у нас здесь интересно? Здесь интересно следующее, да, что, что считается ошибкой. Вот еще раз выделили отсутствие запятой после всех типов вводных слов. Это у нас уже идет про эссе, что является ошибкой. То есть в конце ставим точки, после вводных слов ставим запятые. Все. В эссе пунктуации, нормы по пунктуации, в общем-то, выполнены. Ну, понятно, что перечисления, все дела, но вот главное отсутствие запятой после всех типов вводных слов. Вот, вот это помните, да, иначе будет ошибкой. Это все уже про эссе, Uh, и орфографические ошибки тут uh, очень важно, наверное, прочитать, потому что think-thing да, think, будут uh, рассматривать не как орфографическую ошибку, а как лексическую, потому что меняется смысл. Think – это думать, thing – это вещь. Вот так вот. Дальше, еще к пунктуационным ошибкам, вот, вот, вот это вот. <ф> <dance> Прочитайте, пожалуйста, это предложение и пришлите какую-нибудь реакцию на него. Я специально паузу делаю. Порадуйтесь вместе со мной. Я думаю, Алексей, вы сейчас тоже порадуетесь с нами. Как вам такое? Да, Майя, у меня примерно такие же были эмоции. В эссе нет прямой речи? Ну, она не запрещена. То есть, если э, хотим привести какую-то цитату, чего я, конечно, не рекомендую делать, но это не запрещено, то, конечно, прямую речь надо как-то оформить. Вот. Хотя я вообще не рекомендую ничьи цитаты приводить, никакую прямую речь использовать. Зачем? Смысла никакого нет. Но к пунктуационным ошибкам отнесем точку. Это просто, мне кажется, высший пилотаж. Я бы, конечно, написала отсутствие точки. Я вот теперь думаю, что теперь с этим делать. Во всем остальном можно смело ошибаться. Ну, не очень смело, но можно. Да. Можно. Да, точка в конце предложения. Ошибка. Что? Где? Когда? Ну ладно, простим э, эту неточность, все мы люди, все мы можем ошибаться и так далее. За что так с, с точкой поступили? Если честно, я не знаю, да. Ну, ничего, человеческий фактор, понимаете? Нет ни одного пособия, э, ни одной книги, вообще ни, ничего такого нет, где абсолютно никаких ошибок. Но я еще не встречала, поэтому я достаточно лояльно отношусь и просто посмеялась над этим всем. Но, конечно, корректору бы стоило вычитать. Ну ладно, ничего страшного. Идем дальше. Следующая страница у нас 33, поэтому я быстренько перескакиваю. Опять же, здесь все про эссе. Да, это опечатка всего лишь. Здесь все прессы. На что хотела обратить ваше внимание на повторяющиеся ошибки. Вот, кстати, на практикуме ПСС, кто был, да, видели, э, я выделяла цветом и зачеркивала. Это значит, что ошибка повторяющаяся на то же грамматическое правило или то же слово употребленное в том же неверном контексте, ну и так далее. Да? То есть э, повторяющиеся ошибки считаются как одна. Если уж ребенок не знает, как образуется, да, допустим, present perfect, ну на протяжении всего написания он будет эту ошибку делать. Это будет одна ошибка. Дальше. Деление на абзацы. То, за что мы боремся, я не знаю уже как. Опять же, драки, драки бесконечные, драки за эти абзацы. Три способа деления на абзацы. Пожалуйста, можете посмотреть. Красная строка, Пропуск лишней строки или красная строка плюс пропуск лишней строки. Вот чтобы посмотрели, да, страница 33. Запомните, всем рассказывайте, кто утверждает, что только пропуск строки или только красная строка. Вот э, я уже не знаю, как, как бороться с мифами, но... Рассказываю массово, надеюсь на то, что правильная информация пойдет дальше теперь. Что вы будете делать? Скриншоты, я не знаю, просто копировать этот текст и всем-всем-всем пересылать, чтобы все знали, что и как. Дальше. Логика деления на абзацы. Ну, здесь, я думаю, понятно. И на какой-то странице, я уже ее не помню, по-моему, 19 или Страница 20. Там было прям, какие абзацы есть в личном письме, ну а в эссе, вот, пожалуйста, да, в 39-й, в основной части, основной части письма. Минимальное число абзацев включает благодарность и ссылку на предыдущие контакты, ответы на вопросы, три вопроса. Да, это минимальное число абзацев. Дальше идет еще э, переход к завершению письма, завершающая фраза и подпись. Вот так. А в задании 40 минимальное число абзацев соответствует числу пунктов плана. То есть минимум 5 абзацев. Но вообще я не вижу смысла делать 6 или 7 или 8 абзацев. Это очень странно. Поэтому в С 5 абзацев. Вот как в плане написано 5, так и здесь 5. Ну и дальше ответы на вопросы в эссе. Какие есть? На самом деле здесь абсолютно все то же самое, что и было в предыдущих методических рекомендациях. Я буду только обращать ваше внимание на какие-то базовые, наверное, или очень важные моменты, вокруг которых возникают мифы. По поводу подсчета слов. Если переписали тему, подсчитывают ли ее в количество слов? Так вот, переписанная тема или заголовок в объем не входит. Привет всем, кто ну, говорил, что будут считать или не говорил. Самое главное написать ее отдельно, чтобы было понятно, что это вот тема отдельно, а введение в эссе это отдельно. Тогда вот если написали отдельно, тогда все никаких проблем нет. Вот так. Потому что я слышала, что в некоторых регионах не будем показывать пальцем, не будем писать это в чате считают, как бы и где бы там ни написана была тема. Бывает. Дальше. Что считается перефразированием в введении? Я говорила об этом столько раз, что повторяться даже не буду. Просто знайте, что сия ценная информация находится на странице 34. Вот. И теперь важный момент, как я уже говорила, перефразировать обязательно в введении. А вот в других абзацах можно и не перефразировать. Это не будет считаться ошибкой по решению коммуникативной задачи. Да? А все богатство разнообразия лексики мы можем показать не во мнениях которые у нас и есть перефразирование, а в аргументах. Так что никакой ошибки не будет. А уж для точности, особенно если у вас слабые дети, уж давайте пусть не перефразируют, чтобы не отойти от темы хотя бы во мнениях. Дальше. По поводу дискуссионного характера проблемы. Тоже куча драк я не знаю уже, что случается с э, коллегами иногда. Смотрите, сделать это можно развернуто, давая две точки зрения с помощью while, или свернуто. Шок, просто шок-контент. Зовите НТВ. Others disagree with this point of view. Можно, представляете, можно. Также можно вообще не формулировать две точки зрения. Это, простите, сейчас уберите детей от экрана, это совсем страшно. Да, но контекст описания проблемы должен показывать, что вопрос дискуссионный, есть разные точки зрения. Даже без формулировки в этой части высказывания противоположной точки зрения. Просто возможно добавление к первой точке зрения, например, при помощи слов, вот, которые controversial, disputable и так далее. Вот. Дальше. Идем дальше. Ну понятно, да? То есть можно и свернуты, и развернуто. Здесь дети есть, все, у детей будет психологическая травма после этого эфира. Ну, вот. Но я считаю, что все-таки идеально давать одну точку зрения плюс вторую кратко. Вот просто, мне кажется, идеальный способ, по крайней мере, для меня. Кто-то со мной может не согласиться. Одни люди считают так, другие люди считают так, но вы поняли. Идемте дальше. Дальше, что интересного здесь по поводу мнений, по поводу всего этого. Так, на что я хотела обратить ваше внимание. Так, 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 так. А, вот интересная мысль, с которой я вообще не согласна, если честно. Вот вообще не согласна. Но она здесь существует. Я ее выделю, просто дам вам прочитать и не озвучу. Вот, как это. Кто понял, тот поймет. Uh, так, скажите, пожалуйста, I cannot agree with the opposite или opposing opinion. Opposing opinion. Opposing. opposing. Opposite это все-таки больше, ну, как-то противоположный, типа напротив. Uh, загляните в словарь, посмотрите, там написано точное значение. Давайте мы сейчас с вами и заглянем. Так, все прочитали, что у нас здесь есть. Так, смотрим. Значит. Uh... Например, вот сюда. Opposite. Ой, не, не так надо писать. А вот так. Opposite. Uh, completely different. Можно писать completely different. Смотрим такое. Opposite effect. Opposite to each other. Можно ли с opposite opinion? Давайте попробуем в корпусе. Ой, он хочет, чтобы я э, зарегистрировалась. Ай, момент. Пока читайте э, методические. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вставлю. Э, так. А -а -а. Так. Не хочет он мне искать, к сожалению. Так. К сожалению, он мне не хочет искать. Ладно, в корпусе не хочет искать, поэтому я так, все. Так, 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 так. В общем, opposite opinion тоже можно, я проверяла это все, вот, но opposing opinion гораздо лучше и гораздо более частотно. В общем, я бы не рекомендовала писать opposite opinion, вот. Так, идем дальше, идем дальше. Про это я сказала, про э, мнение, выраженное другими словами, с чем я, конечно, не согласна, но ладно. Не, не все должны со мной соглашаться, и я не со всеми должна соглашаться. Так, дальше, 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 дальше. Вот по поводу аргументов. Вот по поводу аргументов и контраргументов. Хотела вот прям показать. Очень классное здесь. Вот, смотрите. Если в абзаце 3 Дается обоснование в, в двух-трех аргументов, а в абзаце 4 дается только один правильный контраргумент нужно лишь снижать оценку. Да, такой аспект считается неточным. За абзац 4 ставится плюс-минус. То есть, сколько аргументов в третьем абзаце привели, столько контраргументов, и, собственно, да, получается, вы должны привести. То есть аргументы, контраргументы, все идет парами. Там два, здесь два. Поэтому я всегда говорю, что всегда в третьем абзаце пишите один аргумент, и в четвертом вам придется опровергать тоже только один. И будет вам счастье. Дальше. Что интересного еще? Интересно здесь про and и but, я детям не дам почитать, вам тоже не дам почитать, потому что дети очень любят это все писать. Просто знаете, что эта прелесть находится на странице 36. Можете поиском по странице потом почитать. Я с этим категорически не согласна. С бекос все хорошо, с бат-энд не очень согласна. Но главное, что эксперты не снизят и хорошо. Я всем снижаю. Я это я. Но вы же помните, да, что я самая зверская зверюга, и пока я учу... Я учу так, как правильно, а уж что он там понапишет на экзамене, это уже, ну, вот как случится, так случится, там уже эксперты оценят. Но я учу правильно, а не так, что, ой, вот здесь лазеечка, здесь лазеечка, нет уж, фиг, а не лазеечка. Будем делать так, как надо, а уж как получится в итоге, это уже дело десятое. А вот по поводу, э, вот, прекрасных, вот, he вместо he, she или they, это ошибка. Это ошибка. Значит, у нас давно, достаточно давно в английском языке принято правило, что если мы говорим про человека, мы пишем they, когда дальше упоминаем его, потому что, ну, мы же не знаем, про, какого, про какой пол, допустим, идет речь. Понятно, что если там Сандра, да, то можно ссылаться she, а если там пол, то можно he. Но если мы говорим a person, a child, a teenager, a parent, то это they. Понятно, да? То есть, если не заменяем the, на they или не пишем he, o, she, да, а пишем вместо этого просто he или просто she, это будет ошибкой. И ошибкой в организации. Я надеюсь, что этот момент прочувствован вами очень даже сильно. Потому что действительно за это снижают баллы. Также снижают баллы за firstly без дальнейшего использования secondly. Это абсолютно нелогично. Мы говорим: во-первых, во-вторых, в-третьих, да, они, во-первых, более того, кстати, еще да? мы так не говорим. Если уж сказали: во-первых, значит, где-то должно быть, во-вторых, как минимум. Ну, и что еще интересного? Что еще интересного, прекрасного? Так, это у нас страница 36. Uh -huh 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 -huh. Так. Это все. Да, уже ничего такого интересного. Ну и про источники. Про прекрасные источники. Вот когда мне говорят, а в мультитране это есть. Да, в мультитране это есть. А я вот видела в блоге, а мы спросили у носителей. Нет. Значит, руководствуются эксперты. Вот я давайте слово только также отмечу, да, только авторизованными источниками, словарями и грамматическими справочниками признанных издательств. Пользовательские ресурсы не являются надежными источниками. Вот так вот. Поэтому никакой мультитран, что там эбилингва e и что еще там существует, в общем, не принимаются в качестве источника. Вот. Я думаю, что это очень-очень важно знать знать и учитывать, когда вы проверяете, особенно какие-то фразы, которые ваши ребята используют. Ну что, идем дальше, идем дальше, дальше, дальше. И на странице, какой странице, 50, у нас начинается практика письменной части. Практика сначала по письму, потом по эссе. В практике ничего такого прям сверхклассного, сверхнового нет, но я очень рекомендую вам прочитать все задания с вами работы и разборы этих работ просто для того, чтобы представить себе, как это примерно происходит, чтобы у вас сложилась какая-то интересная картина в этом плане, да, чтобы вы просто представляли, что требуется, что тут написано, делают ли ваши ученики так, а если делают, то как это оценивают вообще. Это очень-очень-очень полезное чтиво на самом деле. Я обращу, ваши такие, я обращу ваше внимание на что? Я обращу ваше внимание на что? Вот на что. Пункт – это работа ученика. И пункт вот следующий. Смотрите. Дан ли ответ на вопрос, какие виды спорта популярны среди них, среди российских подростков имеется в виду? Ответ дан, Обратите внимание на то, как звучит ответ. Вопрос звучит э, Сейчас покажу вопрос. Сам вопрос. Вот. What sports and games are popular among them? Them это Russian teenagers. Вот. Russian teenagers. Это на них ссылка. Какие, э, какие виды спорта какие игры популярны среди российских подростков? Идем к ответу. The most popular activities are football, tennis and basketball. А теперь внимание на экран. Дети же уже все ушли, да? И никакого бикоз, заметьте. И никакого бикоз. Ответ на вопрос есть? Он полный? Точный? Плюс? Хотя, понятное дело, я заставляю писать либо Because, либо сначала Games, да, упомянуть, а потом Sports или еще что-то. Но, видите, эксперт ставит плюс. На самом деле весь разбор прекрасен, и его стоит изучить, я бы сказала, от и до. Здесь разбор не один, здесь несколько работ разбираются, но новая вот эта одна. Здесь одна только новая работа, она находится на странице 50 и дальше продолжается на странице 51, 52, 53 и даже 54. Следующее письмо, следующий разбор, это все не новое уже идет. Это все уже было в предыдущих методических рекомендациях. Я надеюсь, что вы в прошлом году по моей подсказке уже это все изучали. Дальше идет практикум по эссе. Это страница у нас 76. И там новые опять же темы: кто узнает темы этого года, между прочим. Ну, я имею в виду 2020 -го года были такие темы. Не помню, в каком регионе, но у меня ученики писали на эти темы. И вот, пожалуйста, также новая работа. Новая работа, первая страница, новая работа, вторая страница. Здесь также очень-очень интересный разбор. Вот посмотрите, он очень-очень длинный. Это только по РКЗ все. Дальше по организации посмотрите, сколько пунктов. Ну и там по э, лексике посмотрите. По грамматике прям перечислено все, люди заморочились, как это делаю и я, в принципе. Ну и даже орфография пунктуации. Да? Очень-очень-очень даже много. Вот такие вот дела. Так что дальше то, что идет, вот это эссе, это уже было. Вот такое эссе уже было. Поэтому там много работ, они разобраны, но только одна из них является новой. Что идет дальше? Дальше у нас, в принципе, мы заканчиваем с письменной частью. Я вам просто подскажу страницы, которые тоже очень интересны. Это страница 118. Так, 118 страница. И решение типичных проблемных ситуаций. Если так вот грубо говорить, то вот все то, что здесь написано со 118 страницы, и там буквально там 6-7 страничек, это выжимка такая очень краткая, такой краткий конспект всего, что было написано в предыдущей части, в теоретической части методических рекомендаций. Да? Очень кратко написано, за что снимают, за что не снимают, что ошибка, что не ошибка. Видите, опять, как бороться с загрязнением окружающей среды. Вот. Снова до да здорово. Поэтому есть если вам очень лень читать предыдущую часть, особенно если вопрос на ответную часть, вы можете зайти на страницу 18 и почитать вот это вот все. Кстати, что является той или иной ошибкой, вот как, например, отличить лексическую ошибку от грамматической ошибки, вот, пожалуйста, к грамматическим ошибкам относятся, к лексическим ошибкам относятся. И вы можете здесь все прекрасно посмотреть. В предыдущих методических рекомендациях это также все было. Идем дальше, 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 дальше что э, есть интересного а интересно есть вот что и это кстати это новое здесь посмотрите вот особенно особенно про задание 40 вот здесь прям по аспектам это было и в предыдущих методических рекомендациях но здесь некоторые пункты добавились новые в отличие от предыдущей части вот здесь что у нас новое что у нас новое и самое интересное так э, вот например, если автор выражает несогласие с противоположным мнением, но не дает контраргументов то есть не опровергает аргументы, приведенные в поддержку, да, а просто добавляет какой-то там непонятный аргумент, это у нас отмеча... считается неточным и отмечается в дополнительной схеме знаком плюс-минус. Да? А вот если в заключении автор сначала подтверждает свою точку зрения, то есть он считает: Я все-таки считаю так-то, так-то, а потом Балбес такой. Допускает, что ну, каждый может при этом считать, как он хочет, да, считать, иметь свою точку зрения. То есть он уже выразил свое мнение, а потом говорит, но ну, при этом каждый может там считать, что хочет. Это будет плюс-минус. Да, свое мнение есть, но дальше автор начинает говорить, да, что это я, мое мнение, да вообще фигня какая-то. Да, все нормально, все правы, только не ругайтесь со мной, да. <свы> <свы> вот так вот за свою, так сказать, мягкость и лояльность получит плюс-минус, поэтому нет только своя точка зрения, и все, железно. Я прав, остальные нет. Вот, да, есть две точки зрения, моя и неправильная. Вот в заключении это прямо принцип должен быть. Просто татуировку надо сделать на руке. Моя и неправильная. И неправильную даже не упоминать. Вот еще, больно много чести. Дальше. Про стиль и стилистические ошибки. Это было и в предыдущей теоретической части, которая там на страницах 20-30. Но здесь все повторили. Что будет за стилистические ошибки? Ничего, если один тип, да, если одно нарушение. Например, товарищ везде пишет don't, aren't, weren't и так далее, и так далее. То есть используют стяженные формы в эссе. Это, конечно, не должно быть, этого не должно быть, но если один тип, да, если других типов ошибок нет, то, соответственно, ставится плюс и ничего страшного. А вот если уже два типа ошибок, например, стяженные формы, плюс, ну, допустим, какие-нибудь разговорные выражения и конструкции, да, типа let's go into the matter или что-нибудь типа того, то уже, конечно, плюс-минус. Но здесь это все написано. Про фактические ошибки снова, да, и про неправильное употребление личных притяжательных указаний местоимений в качестве референтных слов считается логической ошибкой. Вот, пожалуйста. Все это относится к организации, а не к грамматике. Вот так. То есть, если сначала you, а потом we. Это, кстати, достаточно частая ошибка. Так, по поводу opposing opinions are not necessarily opposite opinions. Да, я о том же. То есть, это мнение может быть другое. То есть, противоположное имеется в виду. А opposite – это Прямо противоположное, если я объяснила правильно на русском языке. Вот. Так что вы можете, кстати, вот этот комментарий из Ютуба сохранять себе. Ну или просто заглянуть опять в слова. Так, идемте дальше. Вот про абзацы. Опять же, да, должно быть 5 абзацев в соответствии с планом. Однако иное деление на абзацы может быть оправданным. Поэтому не автоматически снижают, если абзацев не 5. Да? Но самое главное, не 4. Не четыре абзаца должно быть однозначно. Так, и по поводу организации текста нельзя. Э, вот абзац не может состоять из одного короткого предложения. Простого предложения. Так, э, нет. Ну, за что? Нет, я не про это. И вот этот абзац вообще не про это. Еще раз. Неправильное употребление. Смотрите, я считаю, что ты можешь посетить много различных мест с друзьями или семьей, э, как это сказать, э, ты, ты, ты тоже можешь посетить эти места, потому что мы составляем расписание. То есть ты можешь посетить, потому что мы составляем расписание. Вот, вот это грусть, печаль, беда. Так, по поводу несколько фактических ошибок. Если ошибка в одном аспекте, это ошибка. В другом аспекте плюс ошибка и так далее. То есть в каждом аспекте ошибки считаются отдельно. То есть за каждый аспект с фактической ошибкой будет плюс-минус. Поэтому несколько ошибок, значит, несколько аспектов пострадают и уже становится совсем печально. Так, что дальше? Вот по поводу э, лексики и грамматики, как различить. Тут недавно спрашивали про фразовые глаголы. Это лексика или грамматика? Вот смотрите. Э -э, неправильное употребление предлога ⁇ грамматическая ошибка. Но после лога вторая часть фразового глагола ⁇ это лексическая ошибка. Вот. А, Все, не за что. Так, ну, и в принципе, еще раз жирным шрифтом для тех, кто пропустил в первый раз, нельзя использовать мультитран как источник единственно надежный. Вот, в принципе, все. Дальше, как считают слова? Я надеюсь, уже все выучили наизусть, как эти несчастные слова считают. Я поэтому не буду здесь останавливаться. Это даже в демо-версии есть. Дальше. По поводу порядка процента текстуальных совпадений. Ну, это плагиат, понятно. Здесь тоже все знакомо, ничего не поменялось. Дальше. Выявление непродуктивных ответов. Да? Это вот как раз текстуальные совпадения. Здесь есть акт. И сюда записывают, что, чего, где, с чем совпало. Ну и дальше уже про работу предметной комиссии, что вам, наверное, не особенно интересно. Критерии и дополнительная схема были до этого, но поскольку они у нас всегда содержатся здесь, я вам не стала их прям показывать отдельно. Если интересно, так, давайте я вам просто покажу. Так, это у нас про письмо. И про С. Сейчас найду страницу, но я думаю, что вы прекрасно можете найти это все здесь и сами. Так, дополнительные схемы и критерии. У нас вот критерии находятся в середине. Я их не отметила вам, потому что вы и так знаете, где их найти. Вот. Так, они здесь. Вот они. Нашла, наконец. Это страница 100. Очень символично. Вот критерии для выполнения письма, да критерии. Ой, это у нас критерии по эссе. Так, критерии по письму, критерии по... Вот, дополнительная схема по письму, страница 100, 103. Это у нас по письму все. Вот. Ну и по заданию 40, где у нас критерии и доп. схема. Так, а вот идут дальше. Вот, пожалуйста, это у нас дополнительная схема для эссе. Вот. Вот так вот. Так что надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Это все письменная часть. Я думаю, что вы увидели, что там немного нового, там совсем мало нового буквально. Если вот так выжимку сделать из всего-всего нового, то наберется, наверное, ну, страницы 3. Я имею в виду из того, что действительно важно и интересно знать обычным преподавателям. Так что не слишком много. По устной части изменений также не очень много. По устной части, опять же, я вам покажу сразу. Еще раз, те же самые прекрасные слова, которые написаны здесь. Это на странице 7 находится. Здесь написано вот что. Так, где, где, где у нас изменения по устной части? Так, страни... это уже страница 8. Вот. Значит, где оно, где оно? Внизу. При разработке Ким, учитывая. А, нет, это не страница 7, нам интересно. Нам интересно страница была 5, страница 5. Пропустила я это, чтобы точно знали, да? То есть формулировка заданий не менялась. Вот, не выделяется, почему-то выделяется криво. Формулировка заданий не менялась, не менялись критерии оценивания. Все это осталось прежним. Идемте дальше. Дальше самое интересное начинается только на странице 16. Так, по поводу лексики, не соответствующей уровню. бедной лексикой это как? Если повторяются одни и те же слова на протяжении всего эссе, в аргументах, заметьте, да, не только во мнениях, мнения коротенькие, а в аргументах все очень просто одно и то же муссируется одно и то же. Конечно, это карают э, тем, что снижают баллы по лексике. В критериях прямо так и написано. Ну, давайте, раз уж мы до критериев дошли, да? Так, где у нас за лексику? Снижают баллы за лексику. Так, бедность лексики, это у нас примерно страница 32 была всегда. Вот, вот оценивается у нас что? Вот смотрите где у нас бедную лексику-то показывают несчастную. Вот я не помню, где конкретно, вот прям бедная лексика, это где-то, где-то, где-то здесь. Я, наверное, не буду сейчас останавливаться на этом я после эфира точную страницу скажу, потому что про это я говорила, наверное, миллион просто раз, про эту самую бедную лексику, и там прям показано, что является, где, ну, как показывается бедная лексика, недостаток этой самой лексики. Вот. Бедный словарный запас. Ограниченный словарный запас он называется. Кстати, по ключевым словам можно попробовать найти ограниченный словарный запас. Я вот сейчас не уверена, что у меня здесь получится поискать по странице. Вот. Сейчас попробую. Получится. Нет. А, получится. Ограниченный. Так. Так, так, так. Ограниченный... А, вот, при наличии ограниченного словарного запаса. Так, это не словарный запас. Вот! Все, поиск по странице рулит. Э, смотрите. Ограниченность словарного запаса показывают повторы одних и тех же слов, отсутствие синонимов, отсутствие антонимов, некорректное употребление слова, нарушение сочетаемости. Особенно повторы одних и тех же слов. То есть, если ученик пишет просто, вот, знаете, одними и теми же словами. Но обычно это видно, у него и ПРКЗ много не будет, потому что он просто не умеет выразить свою мысль. Таким образом, у него и будет и по лексике снижение однозначно. Вообще, работы с плохим словарным запасом видно сразу. Это не то, что ученик употребляет interesting вместо каких-нибудь там uh, riveting или еще что-то такое, да, in capturing. Нет, это не про это, не про сложность слов, а про разнообразие слов. Так, вернемся к устной части. И я уже сказала, что интересное начинается на странице 16. О, да, 16. И по поводу сдачи устной части, смотрите, время пребывания на пункте приема экзамена не должно превышать 6 часов. На самом деле, у меня ученики, ни один из учеников на ЕГЭ, заметьте, я про ЕГЭ сейчас говорю, не сказал, что прождал больше двух часов вообще на самом деле. То есть, вот как пришли, инструктаж им прочитали все. Да? То есть, два часа и отстрелялся, даже если последним был в партии. Так что не должно превышать 6 часов. Это, мне кажется, они даже загнули. Ну, может быть, так это взяли с запасом. Дальше, что у нас интересного идет, так это непосредственно устная часть, где начинается все веселье на самом деле не веселье это страница 20. Это про умения. Что должны уметь ребята на базовом уровне? И вот, пожалуйста, здесь все это перечислено: да? какими типами, э, какими умениями должны они обладать. Ну и монологические умения и возможные типы контрольных заданий. Сейчас, пожалуйста, меня услышьте, да, и не бегите прям это с криком: "А, это что сейчас будет в ЕГЭ в этом году, а мы не готовились"? Нет, это вообще возможные типы контрольных заданий может быть когда-нибудь теплым июльским вечером, точнее августовским. Оно появится, в персп... да, точнее в новой демо версии теоретически возможно, да? На самом деле это все так или иначе реализовано, да, в... вообще в этих, как это, в демоверсии, в разных заданиях и так далее. То есть говорить, например, рассказать о себе, о своей семье и так далее, то есть, пожалуйста, это есть. Это у нас есть. Да, не в говорении, пока это все у нас только в письме. В говорении о себе, о своей письме говорить не приходится пока. Но все-таки в теории я думаю, что какие-то такие подобные задания могут появиться. А могут и не появиться. Но такие умения вполне себе могут проверяться. Дальше на профильном уровне, что должны уметь ученики, да, и какие умения могут проверяться. А могут и не проверяться. Э, а то я каждый раз, когда показываю что-нибудь, что не похоже на то, что уже есть, начинается паника. Поэтому я так это стараюсь успокоить. Возможно, я не сильно <laughs>, умею успокаивать. Итак, это у нас текст из демо-версии. Пример, зад... э, пример задания на чтение текста вслух. Этот текст вам уже знаком. В демо-версии он был. Вот это пример задания тоже из демо-версии. И вот это, это вообще из предыдущей, а вот это, я считаю, позор в сия Руси, если честно, ну, это в демо-версии я уже видела, и это в методических рекомендациях. Мне, если честно, даже стыдно это показывать на экране, потому что я вообще просто не понимаю, как можно было взять эти фотографии с фотостока и не убрать вот эти водяные знаки, что за кошмар кошмарный, ну ладно. Это задание тоже из демо-версии, как видите, ничего не поменялось в плане. И тоже задание из демо-версии, вы его тоже все видели, здесь тоже ничего не поменялось в плане. Так что это примеры заданий. Дальше идет то, что вы изучали миллионы-миллионы раз, как оцениваются эти задания, да, выполнение этих заданий, что тут оценивается, что тут проверяется. Вот, пожалуйста, по чтению. По чтению, что проверяется, да, звуки, проверяются. Кстати, здесь, в отличие от ОГ, уже который год есть и желательные, ой, и обязательные требования, видите, обязательно. То есть, если ученик это не соблюдает, то ему снижают баллы. А есть еще желательно, смотрите. То есть, если не соблюдает вот это, то баллы не снижают. Ну, это понятно, эксперты, детям, не я своим ученикам, как вы понимаете, я снижаю за все. И интонация то же самое обязательные требования и желательные требования. То есть если не продемонстрируют, то снижать не будут. В УГ перечислены только обязательные требования. но ну, дальше рассматривается это все, что такое, да, для чего это все надо? это ладно. Те же критерии оценивания здесь находятся. Ну и что еще интересного здесь? Интересного, наверное, также про фонетические ошибки, искажающие смысл, какие могут быть. Это, кстати, не обязательно ошибки в отдельных словах, это также интонационные ошибки, да, и неверная расстановка пауз. Когда особенно дети вот не видят, где фразовый глагол, а где просто предлог, они иногда что-то слепляют, что-то наоборот разделяют. Это также может быть ошибки, искажающие смысл, то есть мы не понимаем, где какой фрагмент. Что еще интересно, если не успел дочитать одно-два слова, тогда проверяется. А если не успел дочитать больше двух слов, три слова, да, четыре слова, тогда все, тогда сразу 0 баллов. И это надо знать. У кого не успевают ученики дочитывать, все, печалька. Дальше, что еще нужно? Э, да, опять же, про британский и американский вариант. Да, Не надо путать британский и американский. Можно и так, можно и так. Самое главное, придерживаться одного варианта. Да? Ну, те же самые примеры. Класс, класс. Класс, класс. Американский класс. Если ребенок везде читает по-американски, все нормально. Но если он внезапно прочитал где-то класс, как это? Нет, это уже будет ошибкой. Это важно. Дальше, что у нас идет? Дальше задание в два базового, опять же, уровня. Здесь у нас оцениваются, здесь задание только задать 5 прямых вопросов по указанным подсказкам. Этикетный диалог не включен в задание. Эта фраза была и в предыдущих методических рекомендациях, но, видимо, так допекло, что аж жирным шрифтом вот выделяют каждый раз. Не надо здесь ни введения, ни заключения. Кто по Музлановой работает, и она вот предлагает как раз вы в своих пособиях, сделайте вступление, скажите, здрасте, я звоню туда-то, туда-то, позвольте задать несколько вопросов. В топку это все не требуется. Посмотрите, этикетный диалог не включен в задание. Я надеюсь, что все, кто занимается по музлановой сразу поймут что там ерунда написано дальше критерии оценивания задания номер два ну и дальше что значит отвечает поставленной коммуникативной задачи это вы все можете сами прочитать также вы можете прочитать что значит правильная форма прямого вопроса что такое прямой вопрос и что будет если задать косвенный спойлер ничего если правильный порядок слов но но при обучении нужно обращать внимание учеников на то, что в задании и критериях требуется задать 5 прямых вопросов. Короче, косвенными не выпендриваемся. Это кратко. Дальше. Типичные ошибки там есть. Э, типичные ошибки, я думаю, вы прочитаете сами, потому что они типичные и каждый год я про это все говорю. Не, там нет ничего такого сверхсложного, что невозможно понять. Да, про артикль особенно, кстати, прочитайте. Страница 33 это очень-очень-очень важно, потому что если артикль не указать, да, то есть если спросить просто where is shop located, непонятно какой shop, или where is a shop located, это вообще печаль будет на самом деле, потому что нас интересует обычно конкретное место, а не просто там какое-то. Ну и задание 3А, вот, кстати, <laughs> что хотела сказать. Понятно, что мы учим учеников задавать вопросы правильные, то есть с any или сам там, где это надо, но да э, если они отсутствуют или наоборот присутствует что-то лишнее это не учитываются пожалуйста знаете так задание 3 дальше что там про коммуникативную задачу что такое что должно быть чего не должно быть это понятно э, и что 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 здесь такое интересное есть вот второй критерий вот. Вторым критерием оценивания задания 3 является организация высказывания. Полное завершенное монологическое высказывание должно содержать вступление и заключение. Быть логичным. А то мне говорят, а как же это? Нет же в задании такого, что сделайте вступление, сделайте заключение. Ну, давайте начнем с того, что в, в критериях написано, да, что должно, должна быть вступительная фраза заключительная фраза. Это как минимум. А критерии доступны в демоверсии всем школьникам. Не только учителям, но и школьникам. Поэтому на это надо обращать внимание но и в методических рекомендациях на всякий случай прописано вообще это исходит из самой сути монолога мы не начинаем монолог с места в карьер мы сначала хоть как-то предваряем свое выступление чем-то хотя бы обозначаем тему какую-то но и в заключении не просто на полусловие уходим а как-то подводим итоги что ли поэтому это логичное требование. Дальше здесь есть про грубые ошибки, что это такое. Я думаю, интересное чтиво, стоит изучить. Это у нас страница 35. Вот. Это ошибки, в основном искажающие смысл, либо ошибки прям такого базового-базового уровня. Ну, грубо говоря, да начальная школа, пятый класс, вот так. Ну, совсем такие базовые ошибки. Ну и задание высокого уровня сложности, хотя критерии одинаковые, но от ученика, Требуются немножко более высокие умения, стратегии рассуждения и так далее, и так далее. То есть требуется более широкий спектр, репертуар лексических единиц, грамматических форм и синтаксических структур, чем для задания 3. Не стоит сейчас пугаться, наводить панику, да, что как же, что там использовать. Вы и так это используете, потому что. Во-первых, там будет больше фраз, ну, таких вот, да, когда вы рассуждаете, когда вы перечисляете, когда вы сравниваете. То есть это придет неизбежно. Ну и слова там будут немножко другие. Вообще само задание высокого уровня. То есть вы когда сравниваете фотографии, ищете сходство, различия, вы уже немножко по-другому говорите в любом случае. И там это же не так. Вот небушка, вот солнышко, это я стою на пляже. Это немножко другое, да? Там приходится подыскивать и лексику и другую и все. Поэтому не переживайте, это будет более естественно, чем вам кажется. Ну, идем дальше. Здесь критерии приведены для оценивания заданий. 3 и 4, они одинаковые критерии, поэтому приведены так. И дальше полный точный ответ, неточный ответ, что это такое. И развернутые ответы. Вот давайте по поводу развернутых ответов поговорим отдельно. Смотрите, что такое развернутые ответы для высшего балла по критерию РКЗ? Это раскрыть каждый пункт плана либо в форме сложного предложения, сложно сочиненного или сложно подчиненного, либо в нескольких простых предложениях, либо в одном простом предложении высказать две идеи. Ну, тут пример приведен такой для третьего задания такие себе идеи скажем так да я в любом случае заставляю учеников говорить предложениями то есть не одним предложением да если одним то сложно подчиненным сложно сочиненным если несколькими то можно и простыми а можно и сложными почему нет самое главное подробно раскрыть развернуто раскрыть каждый пункт плана Понятно, что есть пункты плана, на которые, ну, прям мыслью по древу не растечешься, да? Это, например, вот где и когда сделана фотография. Там что скажешь? Эта фотография была сделана три года назад. Да? Мы были там в Турции и вот решили сделать несколько фото. Ну, ну, две фразы. Ну, есть люди, которые могут и три вымучить, но такое случается редко. А вот когда у нас идет непосредственно сама суть задания, а мы помним, что задание три, это у нас описание фотографии. Соответственно, who, what is in the photo и what is happening – это центральные пункты. Вот там-то и надо везде развернуться на всю свою широкую ширь. Поэтому там уж надо поподробнее, нельзя там говорить кратко. Ну а в пункте 1, ну даже в пункте 4 и 5 уже будет чуть более кратко. Ну, в четвертом и пятом в любом случае я храню фотографию потому, что объясняю причину, я показываю потому, что там объясняю причину. Это все равно развернешься, хочешь, не хочешь. Но вот кто, что и что происходит, это вот там прям надо, ух, как все рассказать хорошо. То же самое в четвертом задании. У нас суть какая? Сравнить и сопоставить значит, сходство и различия центральные пункты во всем этом монологе. Там и надо говорить как можно больше, потому что краткое описание оно и есть краткое, а выбор это одна фраза, да, что, что я выбираю. И объяснение выбора, как правило, тоже максимум две, ну, ну три фразы. Вот. Поэтому сходство и различия это центральные пункты, вот там как раз развернуться надо. Об этом здесь и написано, собственно говоря. Да? А по поводу объема высказывания: здесь прямо написано, да, что э, требования определенного количества фраз в устном ответе на эти задания носят вспомогательный характер и призвано облегчить для экспертов объяснение сниженного балла по критерию РКЗ в случае апелляции. Ну, то есть, если вот есть какой-то спор, да, типа, почему у меня ноль, там у меня, не знаю, было целых, не знаю, пять фраз, я же на все пункты ответил, а вот эксперт скажет, типа, а вот посмотри, в критериях надо как минимум шесть фраз. <laughs> ну, вы поняли, да? То есть, если идет какая-то такая спорная пограничная ситуация. Вот и все. Поэтому не надо считать эти несчастные фразы. И, кстати, в, в, в видео, которые скоро выйдут, я вообще... Убрала этот пункт. Не будем считать ничего. А то невроз начинается. А у вас здесь 20 фразов в заданиях написано там 12-15 на максимальный балл. В общем, не будем. Так идемте дальше. Спасибо большое, Маргарита. Очень приятно, что смотрите с удовольствием. На фото в задании 3 да, можете быть и вы. Самое главное тогда не говорить «I took this photo», потому что если там вы, и вы явно не делаете селфи, значит, не вы делали фотографию, а «the photo was taken», или «mom took this photo», или кто-нибудь еще. Идемте дальше. Дальше что здесь написано? Вот. Если участник экзамена полностью выполняет коммуникативную задачу, используя при этом Короче, длинное распространенное предложение, то он автоматически выполнит требования по фразам. Это случится неизбежно. Не было ни разу еще такого, что ученик действительно развернуто раскрывается каждый пункт плана, а у него фраз не хватает. Есть фраз, потому, есть количество фраз. Подсчет ведется по простым предложениям, входящих в состав сложных. Вот еще одна важная мысль на странице 37. Пожалуйста, ее запишите, ну или хотя бы номер страницы. Потому что мифы гуляют все-таки. Так, ну и что дальше? Типичные ошибки по заданию 3, да, типичные ошибки по заданию 4 э, это есть. Я думаю, что вы, в принципе, можете это все прочитать. Это все достаточно просто и обмусоливалось тоже очень много раз. Это не особо стоит, наверное, рассматривать сейчас. Просто запомните, что страницу 38 можно изучить поподробнее. Что дальше? Дальше здесь опять есть вопросы-ответы. Вопросы-ответы не новые, то есть это все то же самое, что было и в предыдущих методических рекомендациях. Поэтому то, что здесь вы найдете, наверное, вам уже очень хорошо знакомо. Ну вот например, и здесь есть интересные штуки, как какие вопросы на основе опорного слова price принимаются во втором задании. Вот написано принимаются не принимаются. еще раз это не исчерпывающие списки. Да? Но просто такие достаточно интересные примеры, хотя бы понять, что и как. То же самое по поводу admission fee, что принимается, что не принимается. И это тоже не исчерпывающие списки. Вот так. Дальше. Могут ли все вопросы в задании 2, это, наверное, мой любимый вопрос, могут ли все вопросы в задании 2 начинаться с what? What is there? What is there? What is there? What is there? Да, да, если они соответствуют коммуникативной ситуации. Тут написано на практике, что такое встречается чрезвычайно редко, и я согласна. Но в пособиях очень часто встречаются такое, да, что можно везде сказать, what is the, what is the, и все будет хорошо. Поэтому да, все вопросы могут быть одного и того же типа. В задании четыре сходства и различия строится на основе четвертого пункта. Так, конечно, так. И я вам сейчас покажу, где это написано. Это написано здесь несколько раз, поэтому вы можете спокойно, если кто-то вам не верит, тыкать вот в методические рекомендации. Так, э, идемте дальше. Э, по поводу э, время и места в чисто грамматическом плане, когда мы говорим, где и когда сделано фото, это вы прочитаете сами. Я тут тоже не согласна. Но кто я такая, чтобы спорить с фипи? Идемте дальше. Так, 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 что интересного я хотела вам показать. Про отсутствие адресности, наверное, уже каждый сказал. И я сказала, да, что надо сказать, я показываю эту фотографию тебе, а не просто я показываю эту фотографию или как-нибудь еще. То есть адресность должна быть в третьем задании, потому что мы общаемся с другом. Иначе будет плюс-минус по критерию РКЗ. В общем, не надо так, без адресности. Дальше, любимая фраза. Как относиться к фразе «thank you for listening» в заданиях 3 и 4? Короче, плохо надо относиться. В нашем случае неоправданно. Бал не снижается за эту фразу, но не советуем ее использовать. Не советуем ее не, точнее, советуем не использовать. Короче, как-то странно построено предложение. В общем, thank you for listening, не надо говорить. Это, кстати, не новость. Давно уже так говорят. А вот теперь про четвертый пункт плана. Значит, черты сходства и различий не должны иметь случайный характер они должны быть связаны с пунктом четвертым плана, в котором раскрывается смысл сравнения изображенных на фото ситуаций. Увлечение, профессии, питание, свободное время и так далее, и так далее, и так далее. Они а просто случайные детали, два человека, три человека, мужчина, женщина, ну и так далее. Поэтому все привязываем к четвертому пункту плана. Так что вот. Дальше. А -а -а -а. Вот что здесь у нас интереснее? Интересно, если мы что-то выбираем, мы должны выбрать само действие, а не фотографию. I would prefer. Бэлли, например. Я бы предпочел балет или заниматься балетом, а не я бы предпочел фотографию номер один. Да? Вот так не надо говорить, здесь об этом написано. Дальше. А вот если перепутали пункты, например, там же есть три варианта фразы. Would prefer, prefer и preferred as a child. Вот если неправильная формулировка, весь аспект сразу минус. Поэтому вот так. Э, какая глупость, неужели нельзя задать тему с самого начала? С какого начала в задании это указано четвертым пунктом плана? Почему все там есть с самого начала можно в введение тему вообще не указывать, потому что тема это очевидное сходство. Его ее лучше в сходствах указать. А так в самом задании мы вообще-то не, не просто начинаем говорить вот так с бухты-барахты, а ученик полторы минуты изучает задание и он его читает полностью. Поэтому тема, указанная в четвертом пункте плана, это вполне даже нормально. Так, идемте дальше. А вот если обучающиеся неправильно ставят ударение в слове contrast, нам нужен глагол, да, а они говорят вместо этого contrast, это будет грамматическая ошибка. Зачем смотреть в четвертый пункт, потом в первый? Можно сначала в первый, потом в четвертый. Самое главное прочитать этот четвертый пункт плана. Вот и все. Так, ну и все, а дальше идут контрольные вопросы для экспертов, потому что они учатся на этих материалах. Ну и дальше практика, которую я вам покажу. Так, если в задании 4 ученик ответил на последний вопрос и не успел никакого вывода. В четвертом задании, так же, как и в третьем, особый вывод не требуется. Понятно, что с сильных учеников я его трясу, чтобы в конце было какое-то полноценное заключение. Но вообще-то принимается просто заключительная фраза, типа «That's all I wanted to say». Поэтому если в задании 4 он сказал, объяснил, почему он выбирает то или иное, а потом сказал «That's all I wanted to say», все нормально будет. А вот если не сказал никакой заключительной фразы, то снимут по организации. Итак, идем дальше, идем дальше к самим заданиям. Практикум. Что новое? Вот здесь я вам покажу не сразу, потому что сначала идет почему-то ничего нового, а вот только на странице 53 практикума получается новый текст. Новый текст у нас про вот этот вот. Like everywhere else, people in English-speaking countries enjoy different festivals. Так, на сколько слов посоветуете писать лист? Что значит «писать лист»? это говорение, мы ничего не пишем вообще. Так, если без этой фразы, ну, по организации снижают на один балл. Вот, новое задание, все предыдущее, что написано, это все старенькое, оно встречалось в предыдущих методических рекомендациях, демоверсиях и так далее. А вот это текст один, единственный на все рекомендации, новый. Так, не за что. Идем дальше. Задание номер два. Это все практикум, но это задание вы уже видели, а вот это задание про автошколу, новые. Здесь новое задание, новые подсказки, новая фотография, поэтому вы можете использовать его со своими учениками. Все остальное там старенькое. Это вы видели в методических рекомендациях, то видели, все видели. Что дальше дальше у нас есть новые также и в третьем задании это на странице 64 покажу вам 64 ой 64 страница вот э, вот эти фотографии у нас новые вот это задание новые новые фотографии э, я даже знаю откуда они берут эти фотографии потому что в тренажере вы тоже видели это э, хотя бы без водяных знаков значит по спецлицензии не стырили. Идемте дальше. Остальное у нас тоже все это старенькое. А нет, вот еще что новенькое. Вот это тоже новенькое. Мальчика и преподавателя вы, наверное, помните. Он был в демо-версии. В какой-то то ли досрочный вариант, то ли еще что-то. А вот эти фотографии у нас новенькие. Хотя девочка была, по-моему, как раз на реальном экзамене в 2020 году, если я не ошибаюсь. Дальше, тут есть разборы и предыдущих заданий тоже есть разборы, что и как посмотрите, да, где раскрыт, где не раскрыт. Ну вот здесь э, я тоже не везде не совсем согласна, э, но я не буду показывать, с чем, может быть, когда-нибудь потом, потому что сейчас я боюсь, что товарищи дети послушают, посмотрят и скажут: ага, так тоже можно, не надо. Так, где скачать то, что я разбираю? Вы можете скачать это на сайте ФИПИ в разделе для предметных комиссий. Также я его выкладывала в группе. Это было в пятницу, если я не ошибаюсь. Также вы завтра выйдут книжечки. Вы же хотите такие книжечки получить для двусторонней печати? Завтра они будут опубликованы. Пятый аспект. Да, пятый аспект... В общем, не буду комментировать. Я считаю, что это очень печальный аспект. И не только там пятый. Из какого банка берут фотографии? Фотостоков существует много. Главное смотреть, чтобы это было по специальной лицензии. Тогда их можно использовать без зазрения совести бесплатно. Вот. Это может быть Pixabay, Pexels, какие еще фотобанки, вспоминайте, кто пользуется фотобанками. Ну, то есть, вот эти два можете использовать, Pixabay, Pexels. Там по лицензии. То есть, вы за них можете не платить, и вы можете их использовать свободно. То есть пожалуйста, в коммерческих, некоммерческих целях. Так, э, идемте дальше. Дальше у нас задание 4. Там тоже есть кое-что новенькое. Это страница 75. 75. Вот сравнение какое интересное. Да, which part-time job presented in the pictures you'd prefer. И вот такие фотографии как записаться в группу, а вы уже в этой группе смотрите эфир, вы же ВКонтакте смотрите, то есть вы находитесь в той группе, где эфир и проходит, так что вы уже на месте. Uh, так, вот, пожалуйста, новенькая, да, фотографии. И еще одно задание тоже новое. Да, вы не видели этих фотографий в предыдущих методических рекомендациях. Вот тоже план. Uh, which way of spending your summer presented in the pictures you prefer? И дальше идет разбор, тоже такой интересный разбор я думаю, что стоит почитать. И вот, кстати, на что я здесь хотела обратить ваше внимание, особенно прямо вот жирным шрифтом, это страница 77, книжечку, будет книжечка, завтра все будет. Посмотрите, не развивается вот-вот-вот, Тема сравнения разные виды отдыха не развивается в полной степени, что проявляется и в отсутствии описания действия на фото номер один. В общем, Uh, сравниваем по теме. Уже даже в uh, разборах все это пишут. Понимаете? Ну, в смысле, детям-то, понятно, не пишут, дети просто баллы видят. Uh, но учтите, что на это обращают очень много внимания, чтобы все было в контексте четвертого пункта плана. Вот так. Дальше. Это вы уже видели бедного несчастного дедушку с горящим тортом. Uh, можно ли закончить задание три так? Uh, да, конечно, можно так. Вообще, that's all I wanted to say не обязательная фраза. Ее просто все знают, поэтому говорят. Вы можете даже ее не говорить. Самое главное, что высказывание должно об, э, обрываться на середине фразы, и что по этой фразе заключительной должно быть понятно, что все конец. Вот и все. То есть, если вы просто I can show you some more, все. Ну, по этой фразе понятно, что все. Можно дальше не слушать. Мы закончили. That's all I wanted to say читается и без этой самой фразы что дальше что дальше дальше наверное практически все показываю вам последние более или менее интересные страницы это страница опять с критериями на странице 91 вот пожалуйста задание 1 задание 2 3 4 и дополнительные схемы оценивания сюда просто фиксируют ошибки и так далее и так далее вот и всякие 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 на все задания пожалуйста. Ну и акт выявления устных ответов, содержащих ненормативную лексику. В общем, нельзя произносить всякие обсценные слова э, в высказывании. Что дальше? Дальше указания для экспертов. Это вам не интересно. Это тоже вам не интересно. Э, а что интересно? А интересно, наверное, вот последние страницы. Страница 104 это опять выжимка из всего того что находилось до этого то есть опять же что делать если участник экзамена пропустил строчку 0 баллов да если то все это все 0 баллов ну и какие ошибки ведут к снижению баллов здесь тоже все перечислено что нужно помнить при оценивании задания 2 вот здесь вот 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 и это новенькое кстати особого внимания требуют вопросы с вопросительным словом which, ошибочно употребленным вместо what. То есть, если подсказка type of cars used, то мы должны спрашивать what types of cars. Напишите, пожалуйста, почему. А, Анаит, Анаид, спасибо. Так, да, это ЕГЭ 2020 было палатки. Угу. У меня ученица не говорила про палатки, но коллеги говорили, что их ученики сдавали с палатками. Вот. Скажите, пожалуйста, почему у Уич нельзя, а вот можно? И буду вас практически уже отпускать. Вопрос на засыпку. Это, кстати, частая ошибка. И у меня была ученица, которая прям везде Witch лепила, видимо, как-то привыкла, что ли. Да. Бинго! Да, 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 и еще раз да, конечно, Switch должен быть предоставлен выбор, из чего мы выбираем? Какая машина тебе нравится? И я могу назвать любую. Какая машина тебе нравится? Мерседес или Лада Калина? И вот теперь я должен выбрать только из этих двух. Вот, конечно. Поэтому просто задаем вопрос what, which не используем. Так, ну дальше здесь про артикли опять в задании 2, про отсутствие any или присутствие сам в вопросе не учитывается да, и что будет, если будет вступление, спойлер, ничего, но лучше не надо, ну и так далее, и так далее. Здесь все то же самое, что было и до этого, и про полный, точный, развернутый ответ здесь есть, и про все-все-все-все, вот. А еще Смотрите, за большие паузы в монологических высказываниях, нарушающих связность текста, снижается балл по критерию К2 организации текста. Привет всем, которые застревают и делают большие паузы. В общем, скажите ученикам, что застревать не стоит. Будут снижать по организации текста. Вот так. Вот такие вот прекрасные дела. Что дальше? Про адресность опять то же самое. Что еще есть? Что еще есть прекрасная? Заключительная фраза, ее надо на английском произносить. Интересно, кому-нибудь приходило в голову произносить ее на русском? Очень странный комментарий. Ну ладно. Дальше, опять же, про формулировку, что если формулировка не та, Ученик, видите, должен использовать ту же глагольную форму. А иначе аспект считается не раскрытым, то есть минус. Ну и вот, если предпочел бы картинку, а не конкретно, что на ней изображено, то, конечно, тоже ответ не засчитывается. Ну вот, и, собственно, все. Дальше опять акт про ненормативную лексику и ничего интересного дальше. That's all I wanted to say. Thank you for listening. Не говорю. не надо. Не рекомендовали нам говорить. Вот, наверное, в принципе, все. Методические рекомендации, я думаю, вы уже увидели, практически не поменялись. Что нового я вам показала, опять наберется буквально там на 3-4 страницы. И то в устной части, наверное, будет 6 страниц только за счет новых заданий, вот этих фотографий. Все. Остальное все прежнее, поэтому, если что, вы можете сами прочитать эти два прекрасных Талмуда. Да? Один Талмуд на 113 страниц, а другой Талмуд на 130 страниц. Так что можно изучить и самостоятельно и убедиться в том, что я вам показала не просто э, свое сочинение, а действительно методические рекомендации для председателей и членов предметных комиссий. Спасибо огромное вам за приятные слова. Надеюсь, что сегодня для вас это было полезно. Я знаю, что здесь есть не только новенькие, но и старенькие. Если для стареньких было хоть что-то полезное, тогда моя миссия тоже выполнена и для вас. Ну а так для новеньких, кто готовит только в этом году, например или вот-вот буквально пришел новенький ученик, и вам страшно, вот, пожалуйста, есть прекрасные книги, которые можно скачать с сайта ФИПИ. Но, опять же, в группе я их выкладывала. Те, кто на Ютубе, заходите, пожалуйста, в группу Светланы English Online ВКонтакте. Там много всего, очень много всего интересного и полезного. Ну и, конечно, завтра будут ваши любимые книжечки. Можно будет скачивать. В этот раз я распечатала А4, но вы можете и А5. У вас же большого принтера, наверное, нет. Вот, спасибо. Ой, сколько спасибо. Мне очень приятно, потому что я, на самом деле, это не мое произведение, я только прочитала и рассказала. Так что спасибо, наверное, Фипи за то, что выложили. Я их просто прочитала, можно сказать, вслух. Поэтому моя заслуга только такая, так сказать, передатчика, не чего-то такого сверхъестественного. Спасибо огромное вам за внимание, за терпение и за вопросы. Мне очень... Приятно. Нет сил все читать. Я отслеживаю вот так, сажусь, беру смотрите покажу: беру старые, беру новые, открываю и начинаю по страницам просто сличать. Ну и также вот с письменной частью: старые, новые, и вуаля. Так. По поводу записи она есть. То есть она, я ее никуда не удаляю. На Ютубе она остается всегда, ВКонтакте тоже остается. Поэтому можете пересматривать все в видеозаписях остается. Только не вебинар, просто эфир. Uh, спасибо большое. Мне очень приятно, что вам приятно, что вам понятно, что интересно, что четко и по делу. А то мне на Ютубе пишут все время, что я тут эмоциями фонтанирую, какие-то свои тут мнения, видите ли, повадилась высказывать. Uh, а люди ждали как-то четко, без воды, а я тут, видите ли, тут разошлась. Но если вам действительно нравится, это здорово. Спасибо большое. Uh, так, uh, спасибо, спасибо. Тогда будем с вами прощаться. Запись, да, конечно, есть. Я ничего не удаляю. Все, что вы видите, все эфиры, они сохраняются навсегда. Мне нет смысла удалять. Я же специально для этого провожу, чтобы оно было. Чтобы, если вдруг кто-то не знает, я могу скинуть ссылку. Так что все закончится. И на Ютубе прям можете сразу пересматривать без проблем. Спасибо огромное вам. Ну и мы увидимся с вами на следующей неделе. я вам хотела показать пособия которые я недавно приобрела, может быть вам будет полезен мой обзор. я вот только-только собралась их изучать, смотреть читать так что <laughs> я думаю вам тоже будет интересно и полезно. таких пособий у меня еще не было ни таких авторов у меня не было ни такого типа. Uh, так, э, эмоции нужны, это класс, <laughs> пусть не слушают, кому не нравится, да вот они почему-то слушают и мучаются, мне даже жалко людей становится каждый раз про запись. Ну, Снежана, у нас же здесь и новенькие есть, поэтому я уж и в группе пишу, что запись будет, и всем говорю, что будет. Ладно уж, ничего страшного. Вот, спасибо, спасибо огромное. Так что мы еще встретимся на следующей неделе. Я надеюсь, звезды сойдутся и рассмотрим все остальное. Ну, и если что, будут какие-то вопросы, я разберу и ваши вопросы. Я всегда люблю помогать. Спасибо огромное еще раз. И до новых встреч всем всего самого лучшего. А я, как всегда, обнимаю вас своим прекрасным большим сердцем, про которое у меня в Инстаграме спрашивают еще мол, почему сердца-то нет? Вконтакте есть, а в Инстаграме нет. Вот обнимаю, обнимаю всех. Ну вот. И мы с вами увидимся на следующей неделе. Буду очень рада видеть вас всех снова. И всем пока-пока.